Многодетным семьям станут больше помогать. В этом году на эти цели выделили 15 миллиардов рублей. А в преддверии Дня матери председатель законодательного собрания пообщался по видеосвязи с семьями, которые воспитывают приемных детей. О чем рассказали родители герои Дмитрию Свиридову, об этом в репортаже Елисея Савлюка. Я все услышал, мы обязательно обсудим, и в том числе и в профильном комитете здесь, в законодательном собрании. Там обратим на проблему Тасеева, о которой вы говорите, и по школе тоже. О своих проблемах многодетная семья из Тасеева рассказывает председателю законодательного собрания края Дмитрию Свиридову. Говорят, своих детей трое. Когда воспитали их, стало скучно. Решили подарить любовь и ласку приемным детям. Сначала взяли одного ребенка, сейчас воспитывают уже шестерых. Старшие учатся в школе и колледже, младшие ходят в детский сад. Но лечить их негде, жалуется женщина. А спортинвентарь в школу приходится покупать самим. Спикер пообещал, эти проблемы решат. Вам огромнейшее спасибо за этот ваш, как говорится, жизненный такой подвиг, потому что я знаю, что в вашей семье и племянники были, и теперь вот столько приемных детей. Вот я хочу вам также выразить признательность, благодарность за то, что вы такой заботой окружили такое большое количество деток. Накануне Дня матери Дмитрий Свиридов по видеосвязи пообщался с тремя семьями края. Они поделились с ним достижениями своих ребятишек, а также рассказали о своем досуге и проблемах, которые нужно решить. Сейчас в нашем крае порядка 150 тысяч семей. В них воспитываются около 300 тысяч детей. В этом году на их поддержку выделили больше 15 миллиардов рублей. Мы в Красноярском крае, конечно, гордимся тем, что у нас существует более 30 различных мер поддержки таких семей. Эти меры, невзирая на все сложности и в экономике, и при планировании бюджета, безусловно, эти средства закладываются, они стабильно обеспечиваются для того, чтобы эти семьи получили поддержку и сделали все, чтобы там дети, воспитывающиеся в этих семьях, росли достойными гражданами. Например, в этом году в крае увеличились выплаты родившим или усыновившим первого ребенка. Ими уже воспользовались больше 21 тысячи семей. А с начала года малоимущие семьи, в которых родился третий и последующий ребенок, могут получать ежемесячное пособие, равное одному прожиточному минимуму. Такую инициативу предложил губернатор края Александр Ус в рамках нацпроекта «Демография». Кроме этого, начали помогать и родителям детей от 3 до 7 лет. Важной поддержкой был и остается краевой материнский капитал. Его выдают за третьего и последующего детей. В этом году почти 150 тысяч рублей получат 4,5 тысяч семей. Елисей Савлюк, 7 канал.